Приготовленные заранее чепчики и распашонки придется отложить. Малыш их перерос еще в утробе. Юлия Егорова признается, о том, что ребенок должен быть крупный, в семье знали, но не думали, что настолько. Ну, готовились мы где-то килограмма на 4,5. Ну, никак на 5 с хвостиком. Папа отреагировал, конечно, был в шоке. Он был на работе, позвонила ему после операции, сообщила. Был в шоке. Но ничего, главное, что здоровый. Еще какой здоровый, заверяют врачи. Оценка неонатологов 8-9 баллов по шкале Абгар. И это при том, что мальчик появился на свет путем кесарево сечения. Хотя в этом случае по-другому быть и не могло. Мы предполагали, да, крупные размеры малыша после проведенного, да, обследования у нас в отделении. Но женщина самостоятельно вступила в роды, но по показаниям, да, в связи с клинически узким тазом, несоответствием размеров малыша размерам таза матери, поэтому женщина была прооперирована. И мамочка, и малыш чувствуют себя хорошо. Возможно, уже через 5 дней их выпишут домой. А там на помощь молодой маме готовы прийти бабушка и новоиспеченный папа. Семья совсем недавно переехала жить в Анапу и очень рады, что знакомство с городом и его жителями началось с роддома. В роддоме персонал хороший, отношения хорошие. Все очень дружелюбные. Все понравилось, все хорошо у нас. Врачи отмечают, что в последнее время крупные дети рождаются все чаще. Но это не является поводом для беспокойства. Если ребенок здоров и чувствует себя хорошо, то плюс 1-2 килограмма в этом возрасте лишними не считаются. Да и потом, как говорится, счастья много не бывает. Ольга Родина, Александр Кореневский, Анапа регион.